пришлось соперничать со всей Россией. География вот Петропавловска-Камчатского до Новгородской области. Ну, могу назвать такие города, которые в одном ряду с нами были. Ярославль, Великий Новгород, Нижний Новгород, Вологда, Череповец и сотни городов России, которые принимали участие в этом конкурсе. Мы считаем, что этот почетный диплом – это отражение заслуг сегодняшней команды во главе с мэром Олегом Александровичем Кушинниковым, заслуг руководителей коммунальных предприятий и многих-многих неравнодушных горожан, которые каждый день делают большие и малые дела, направленные на благоустройство и повышение чистоты нашего города.